В Самарканде завершилась программа «Самарканд. Культурная столица Содружества независимых государств 2024 года». В течение года древний и в то же время современный город стал центром множества культурных мероприятий, продемонстрировав свое богатое историческое и культурное наследие. Кульминацией стала церемония и концертная программа молодежного оркестра СНГ, в которой прозвучали произведения мировой классики. Зарина Хакбердиева с подробностями. Произведения разных эпох и жанров, от барокко до новейшей музыки, от высокой классики до лучших образцов эстрады. Симбиоз национальной композиции «Норын-Норын» и мировой классики в репертуаре народного артиста Сергея Скрипки впервые специально для Самарканда, культурной столицы СНГ-2024. Я люблю и узбекскую музыку, я вообще люблю национальную музыку, потому что это те богатства безумно интересны. Культура должна взаимообогащаться, она должна переплетаться, она должна развиваться вместе. Самарканд в этом году стал одной из главных площадок встречи деятелей культуры и искусства. На счету 27 мероприятий. Эстафету у древнего города в этом году принимает азербайджанский лачин. Ключевой момент – церемония передачи документа администрации городка Лачин о его статусе культурной столицы СНГ в 2025 году. В рамках года культурной столицы СНГ у нас различные мероприятия. Это будут обмен фольклорными, а также национальными ансамблями, как национальными, так и музыкальными. Это будут художественные мероприятия с участием художников, это будут кинофестивали, это будет у нас показ мод, это богатство нашей национальной кухни. Самарканд стал истинной культурной столицей Содружества. Столь высокий статус еще раз подчеркнул его уникальность. Ровеснику Рима и Афин 2800 лет. С проектом туристическая привлекательность города возросла в разы. Сейчас путешественников около 2 миллионов за год. Конечно, Самарканд задал высочайшую планку. После Самарканда будет очень трудно другим городам как-то соответствовать культурной столице. Я очень надеюсь, что азербайджанский Лачин примет эту эстафету достойно. Проект с большим успехом ежегодно демонстрирует роль культуры в сближении стран и народов. Оправдав все ожидания, Самарканд еще раз подтвердил свой статус одного из важнейших центров мировой цивилизации.